И вот только что стали известны результаты международного турнира по казак-курясе «Евразия Барысы», который проходит сегодня в Таразе. Чемпионом соревнований стала сборная Казахстана. В финале наши борцы одержали уверенную победу над палуанами из Монголии, обыгравшими китайцев, турок и россиян. В напряженной борьбе казахстанцы уступили соперникам лишь однажды, но в общекомандном зачете со счетом 4-1 взяли пальму первенства. На третьем месте турнирной таблицы команда россиян. Все подробности в следующих выпусках.